кто-то, но в уста сетят свои брат. Отпусти. Представляли. Я песни не назовешь. А я Дима Радуга. А песня называлась «Падай горепой», ПГП сокращенно. А следующая песня называется «Близко к сердцу». И это премьера. Да. А у предыдущей песни была автор текста Полынь. Точнее, у нас как бы, ну, частично. Частично я, по большей части она. Готов? Чуждостям.
Включаемся. Yes. Вот. Группа Yes, то есть группа R. Это какая-то другая группа. Группа R. Так, сейчас у нас Сергей Алексеев.